Увидеть кукольные постановки со всего мира может на этой неделе чебоксарская публика. В столице Чувашии продолжается международный кукольный фестиваль «Карусель сказок». Спектакли показывают на большой и малой сцене театра кукол в зале Института культуры. Актеры-кукловоды выходят и на открытые площадки. Вчера на Московской набережной показывали традиционное китайское шоу. Приветствует и завораживает публику с огнем в глазах. Первый персонаж как конференсье созывает зрителей и готовит их к красочному шоу в китайском духе. Кукольные представления в Китае имеют многовековую историю. Это ремесло передается обычно от отца к сыну. Так и мистер Фай всех своих кукол получил по наследству от учителя и сейчас гастролирует по всему миру. Я приехала из Гонконга. Я занимаюсь кукольным шоу. В моем шоу три вида кукол. Ручная кукла, марионетка и ростевая. Это три основных китайских традиционных стиля. Марионетки по-китайски называются сюаньси куйлэй, в переводе куклы, висящие на шелковых нитках. Нити собраны на вагу, деревянную палку с перекладиной. Одной рукой кукловод держит рукоятку ваги, а другой перебирает нити управления. Самое трудное здесь движение ног. Именно по походке куклы судят о мастерстве кукловода. Очень интересно, как обезьянкой управляли. И мимика тоже очень интересная. Каждое произведение смысл есть, но не дано понять нам его бывает. Была представлена миниатюра о черепахе и зайце. Была же, где черепаха обгоняет зайца. Вот это мы поняли. Шли мимо, увидели, и все. Вот ребенку вроде нравится. Китайская культура, не то что наша, интересно. Нам понравилось. Обезьянья тренировка, кукольный бой. Миниатюры завораживают и удивляют. Показывая представление, мистер Фай раскрывает секреты своего мастерства. Разминает с детьми пальцы, ловкость рук и никакого мошенничества. Мне очень понравилось, где он на шариках играл, он перекидывал шарики из рук в руку. И еще мне очень понравилось, где он дрался с куклами. Он взял две куклы, и они очень смешно дрались. Для юных зрителей Чувашии участники международного фестиваля «Карусель сказок» в течение этой недели покажут не менее 30 шоу-программ. И каждая о своей родине, людях и куклах, живущих там. Ирина Волкова, Павел Иритков, Республика.